Приветствую зрителей канала Мосолимп. В работу к нам заехала Mazda CX-5. Мы его тут разобрали и увидели такую картину. Вибры на арках нет, на полу только под запасным колесом, и все. И, соответственно, крылья тоже пусто. Там плохо видно, но в крыле ничего не подклеено. Полу салона отнеслись немного повнимательнее. Здесь под задним сиденьем, под пассажирами, даже в ногах, в принципе, есть виброизоляция, но ее явно недостаточно для комфортной езды, бесшумной. Также центральный тоннель голый, соответственно, шум от выхлопной системы слышен очень хорошо. Это тоже будет все глушиться виброй, а потом уже звука и теплоизоляцией. Двери тоже пустые. Собственно, шумка практически на нуле в этом автомобиле. Передняя дверь голая. Ни одного кусочка. Все сейчас обезжирим и приступим к поклейке виброизоляции.